Одна маленькая девочка держала в руках два яблока. Ее мама мягко и с улыбкой на лице спросила свою маленькую принцессу. «Милая, а не могла бы ты дать своей мамочке одно из двух яблок?» Девочка смотрела на маму в течение нескольких секунд и потом внезапно надкусила одно яблоко, затем сразу же другое. Женщина заметила, как на ее лице застывала улыбка и постаралась максимально не показывать свое разочарование. Она очень расстроилась, что ее любимая доченька не пожелала с ней делиться. Но вдруг девочка протягивает маме одно из двух яблок и говорит: «Мамочка, возьми вот это, оно более сладкое».